Без 15:03, примерно где-то, может, минут 10 назад, 15, начался хруст. Я проснулась. В общем, собственно говоря, вот тут вот мы спали. Успели соскочить по потолок. Вот такой результат. Честно говоря, еще очень сложно понять, что он мог сломать. В общем, ничего не трогали. Да. Толщина, в общем-то, понятна. В принципе, вот тут сплю я. Меня должно было убить. А, люстру покорёжила. Так. Пойду в руины. Так, здесь. Здесь, в принципе, тоже все понятно. Это Сахарова 57. Плиты вроде падать не собираются. Скорее всего, завтра я отсюда весело перееду.